Вот это вот было прикольно? Нет, он сейчас в рот взял и кусал изнутри. Кого? Этот самый кокос? Ну давай, кушай кокос. О, прикольный. Хомяк. Прикольный хомяк. Мы пришли в лес обезьян, а тут туристическая группа. Да, пойдем, нужно ее обогнать. Снял хомяка? Хомяка? Ну да, хомяка. Какого хомяка? Этого хомяка? Да. Да, снял. Мы пришли в лес обезьян, очень туристическое место, очень небольшое. Потому что наполовину... Наполовину закрытое, стоит 3 бакса вход. По сути, здесь обезьяны, наверное, такие же, каких можно увидеть бесплатно, которые мы вчера видели. Мы вчера вечером, да даже днем, мы проезжали лес. И в лесу. Сейчас, секунду. Вот так вот, наверное. Мы проезжали лес и... Ой, не-не-не, не надо залезать ко мне и забирать мой телефон. Потому что они могут запрыгнуть и... Тихо-тихо. И забрать телефон. Я не хочу, чтобы меня забрали телефон. Так вот, мы... Это и так мама делает, да? Когда что? Да, и так мама отбирает телефон за плохие отметки. Типа там клавиатуру отключает. Да-да-да. Все такие штуки. Вот. Никакого денди. Дэнди нет, вообще. Давно запретили, с тех пор не видел. Представляешь? Давай я тебя вперед поснимаю, что я сейчас снимаю. Так вот. Вчера мы видели лес с дикими обезьянами, но не остановились там. Мы ездили вчера на водопады. Которого осталось 8 человек. Да, попали в тропический ливень. Было очень круто. Очень круто. Даже есть какие-то видео. Может, я даже что-то выложил с телефона, я не помню. А сейчас мы в лесу обезьян. Ну, посмотрите, куча туристов. В общем, оно того не стоит. Лучше отъехать в какой-нибудь дикий лес, мне кажется. Там обезьяны, наверное, ведут себя более дико, что ли. Человечно? Нет. И он совсем небольшой. Считай, что я вот только что мы прошли полпарка. Открытого. Ну, открытого, да. Вторая половина закрыта. Все там на этом. Вот там, где чувак стоит. Давай попробуем здесь спуститься. Почему бы и нет? Сейчас мы узнаем, может, все-таки парк открыт полностью, об этом я расскажу. Что написано? No smoking. Да, туда можно идти, слушай. Пойдем. Может, вот нас оно. Просто дезинформировали? Вот. А, окей. Нам просто сказали, что тут слишком скользко, и мы не можем спуститься ниже. Но, по сути, видимо, можем. Охренеть. В общем, подписывайтесь на канал, если вы здесь первый раз, то знайте, что эти видео, они временные. Смотрите что такое? Смотрите полноценные ролики на канале с монтажом. Это будет интересно для вас, если вы здесь первый раз. На этом все. Увидимся. Пока. Круто здесь. Ну, туристов слишком много.